Сотрудники Центра медицины катастроф уже неоднократно жаловались на руководителя учреждения. Коллектив настаивал на его скорейшем увольнении. Глава Крыма прислушался к мнению медиков центра и лишил Останкина должности за неэффективную работу. Напомним, Сергей Останкин возглавлял Центр медицины катастроф Крыма с 2016 года. До этого он занимал пост директора одной из медицинских страховых компаний республики.